Маршрут построен. Коттеджный поселок «Русская гавань» находится на самом берегу русского водохранилища. «Русская гавань» – единственный поселок в Московской области малого формата, всего 42 участка. Хорошая дорога практически до самого поселка по Новорижскому шоссе занимает около 1 часа. В поселке проложены грунтовые дороги. Поселок огорожен по периметру, организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение. При въезде гостевая парковка на 18 машин. Поселок газифицирован и электрифицирован. Подключение к домам осуществляет МОЗ «Облгаз» и МОЗ «Облэнерго». На территории поселка для маленьких жителей строим мини-зоопарк и детскую площадку. Согласно исследованиям, русский район относится к экологически благоприятным местам, идеальным для проживания. Для активных жителей построен теннисный корт. Планируется открытие школы большого тенниса для детей и взрослых. Для любителей попариться готова деревянная баня на берегу. С каждого участка открывается панорамный вид на большую воду. Чистый воздух, лесное окружение, водохранилище полной рыбы – отличное место для спокойного отдыха. Лес и большая береговая линия русского водохранилища окружают поселок. Современный грунтовой теннисный корт построен компанией, на счету которой свыше 1000 кортов, в том числе для матчей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Большая вода с песчаными пляжами – это также место для желающих покататься с ветерком на катере. Строящийся причал для удобства обладателей моторных лодок и яхт. Для любителей порыбачить предусмотрено тихое место. Приятно с семьей и друзьями посидеть у костра на берегу и поесть свежие рыбы. На территории поселка все предусмотрено для активного и спокойного отдыха. Русская гавань – идеальное место для комфортного проживания. Звоните. Гибкие условия оплаты, включая ипотеку, рассрочку и квартиру в зачет. Более подробная информация на сайте www.ruza-gavan.ru и по телефону 8 495 363 54 58.